Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест. Будем с вами тестировать вот такую вот расту. Я вчера ее переделал, посливал буквы все свои, поменял, пораставлял здания. Как видите, они все теперь в разных частях стоят. То есть плюс у нас мы начали намного дольше держать. Домах, то есть я начал свободно доходить до третьей без проблем. На третьей, опять же, есть нюансы, надо разбираться с героями. Я убрал обряд лечения у Зефира. У меня сейчас Зефир с недомоганием, с водушкой, и Фрея с недомоганием, с водушкой. Мне стало намного проще убивать даже без землеройки Фрей и прочих. Минуса, как видите, у нас сливы продолжаются. Без этого не так. Никак Фрею сливают. Я уже не знаю, что делать с ней. Ее придется, скорее всего, перероливать и убирать седьмую чарку. Но без этого никак. Ну, как видите, более-менее стабильно начали проходить. Опять же, сейчас на третий зайдут возле Феникса, как обычно, и сольют сразу же два здания. Либо зайдут наверху. Ну, вот то, о чем и говорилось. Они все зашли наверху. Сейчас демон у нас там. А, нет, демон вообще сбоку зашел. Ну, значит, он добьет сейчас землеройку. В общем, здесь мы уже не успеем ни хрена сделать. Самая проблема, он никогда у меня на Феникса не попадает. Я не знаю почему, но третья волна у меня просто тупо он Феникса игнорирует. Он не выходит там, где Феникс. С чем это связано, я вообще не понимаю. Плюсы, расты. Вот смотрите, опять Фрея на второй волне слива, на первой даже, на первой, ребят, сливается уже. Что за фигня, вот реально, вот есть какая-то привязка, но непонятно какая. Только поменял что-то, и все, у тебя герой другой сливается, и стабильно причем. Поменял, поставил недомогание на... Вот смотрите, блядь, вот что это за хрень? Вот объясните, вот что за фигня? Уже начинает просто бомбить нереально. Первая волна, вот мы поменяли, я поставил сюда землеройку. И у меня Фрея начинает улетать на первой же волне, которую я фармлю, в принципе, без проблем всегда. Совпадение, думаю, и так всегда. Только поменяешь оккультиста с Фениксом на место, то вылетит демон. Короче, бред полнейший на этой волне. Я уже даже не знаю, уже просто желанию проходить нету, потому что, ну, реально бредня. Только сделаешь одно, поменяешь, они на старую расту твою нормально выходят. Ты понимаешь, что реально какая-то хрень. Поменяешь героя, начинают совсем другого сливать. Причем стабильно сливать. Вот, пожалуйста, Фрей опять. Здесь третья волна, ну опять же ее ушатали. Всех ушатали нафиг. Это из-за того, что я поменял героя другого поставил. Я не знаю, с чем это связано, но это реально какой-то бредняк. Мы уже кучу карт слили. И реально продолжается трэш. Ну, плюсы вот такой вот расстановочки. У нас здания реально нормально начали стоять. То есть первая, вторая, третья волна у нас есть намного больше зданий. Смотрите, землеройку ушатали, да уже задрали. А, здесь демона еще нету. У нас намного больше зданий, как видите, по всей карте. Единственное, надо теперь думать все-таки менять что-то на героях, потому что печально. Я уже не знаю, что даже менять, я уже и недомогание натыкал. Проблем с прохождением Фрей и прочих нету. Есть проблема у нас с убийством героя. Вот, какая-то лажа происходит, я вот не могу понять, почему они опять же сливаются. Топовые уклоны, топовые прокачки, СО огненки. Только поменял героя, демон сливает совсем другого. Только того поменял, демон сливает другого, тут живой. Ну, в общем, какой-то бредняк происходит с этим демоном. Выходы этих героев непонятно. То есть первая, вторая по-разному проходят.
Но плюсы вы видите, то есть у нас больше зданий остается в живых, но сейчас выйдут с той стороны. Знаете, такое ощущение, что это прикольная привязка выхода юнитов с той стороны, там где больше хп. Сейчас вылетят сбоку. Так, ну давайте, тащите. Где у нас демон? А, демон у нас на зефире, все понятно. Сейчас мы постепенно сольемся, значит. Ну, третью, как видите, прошли уже получше. Но все-таки убили. Убили у нас землеройку, но третья прошла. Зайдут просто оттуда. Либо она дамажит командора. Вот командоры ударили. А, то есть не хватает, немножко не хватает, но есть стабильность в том, что с такой растахи мы начали стабильно проходить третью. Плюс-минус, надо еще теперь с героями разобраться и смотры, наверное, подбирать, потому что без смотра это реально печально все. Если я поставлю сюда стрелка, надо стрелка переделывать на уклонение. В общем, надо ролить будет под волну уклоны и пробовать с уклонением. Потому что у меня некоторые герои на архе заточены. Ну, в принципе, то такое. Жалко просто седьмые чары терять. Их не так просто наролить. И уже ушло кучу самоцветов на них. Потом хрен их обратно вернешь. Ну, вот вторая, видите, опять же, здание у нас плюс-минус по всей карте раскиданы нормально. Бывают заходы даже получше, чем этот. Первая, вторая, а на третья начинается вот такой вот трэш. И они просто тупо заходят, просто нахрен все сливают. Никогда сделать не можешь. Это начинает уже вымораживать. Реально бесит. Стрелок здесь, конечно, был бы в плюс, зеленый смотр, плюс быстрое убийство. То есть с ним намного быстрее мы будем убивать. Но опять же, надо прокачку делать с уклонами. Ну, сейчас живо, сейчас опять заход, хлоп, половины карты нету. Никогда на третьей волне демон не может, я уже не знаю, сколько я уже попыток не делал, то ли это чисто стопроцентное невезение, либо это чисто какое-то издевательство. На третьей волне никогда демон на феникса не может попасть нормально. Вторая без проблем, а на третьей сейчас будет трэш. Сейчас только хлоп-хлоп и все, и центра нету. Прави просто унесли. Бред. Сейчас попробуем на фрейю сделать немножко другой вариант. Да, поставим мутанта. Посмотрим, или с уклонением будет она жить дольше или нет. Ну, не факт, что сейчас у нас ворожаи не будут сливать. Убьем такую фрейм. Ну, сейчас по ней вот миссов побольше началось. Но опять же, это не факт, что нас спасет. Хотя, как видите, уже держится лучше. Но уже вот сейчас у нас плюс. Все равно слилось нахрен. У нас демон зашел наконец-то на
Феникса нормально. То есть вот так вот, только таким вариантом вы без проблем пройдете третью волну. Ну а дальше начинается обратно же полный трэш. И тут мы сейчас никого уже не убьем. Как видите. Просто бред. Просто очередной бред. Все, тут ворожаи, они уже не убиваются. Они не блочатся. Уже хрен его знает, что делать. На четвертой мы уже, как обычно, ни хрена сделать не можем. Мы уже даже убить их не можем. Я уже не знаю, что это за фигня. Раньше мы их без проблем убивали. Сейчас мы их даже не можем убить. Короче, трэш какой-то происходит. Давайте попробуем обратно барда кинем. Он там у нас со слоном, может слон еще дополнительно нам поможет, чтобы Фрейя не сливалась. Но опять же, с бардом меньше у нас дамага получается. Хотя землеройка нам по сути особо это не нужна. Единственный плюс — это она контрила у нас очень круто командор там и прочих, и бугименов. Первая, вторая, на третьей юнита уже у нас не остается. Тут вообще трэш. Ждем самого веселого, третью волну. Они сейчас забегут через Феникса, как обычно. Сразу же разобьют здание. Короче, уже, блядь, бомбит от этой волны, ребят. Даже не представляете, как. Нервов не хватает. Ну, посмотрите, это просто, блядь. Когда надо, они забегают. Когда зданий нету, они бегут к Фениксу. Ну, это вообще пиздец какой-то. Хотя вот такая вот раста — это однозначно плюс. Не зря я раскинул здание. Намного проще стало. Ну, теперь вопрос. Опять же ловить удачу. На эту волну. Это что-то нереальное. Что-то в последнее время очень плохо начали сливаться зефиры. Не знаю почему, но намного хуже. Просто no comments. Ой, как это уже третья волна задрала. Вы даже себе не представляете. Это просто какой-то жесть. Что ты уже не делал? Уже просто пипец. Уже меняешь так. Ставишь здание по-другому. Да, вроде стало легче. Все равно на третьей волне они херачат мне оттуда, откуда надо. Вот видите, первая, вторая — стабильный фарм. Третья, сейчас обратно вот сверху забежали. Здание расхреначили. И все. И до свидания называется. Ну это просто уже издевательство. Фарми, не фарми, блядь. Толку, меняй героев, не меняй героев. Только поменяешь, они зайдут с другой стороны.
Что уже только я здесь не делал, но это реально бред. Я представляю, что будет на следующей волне. Там, наверное, будут эти мэрии полным ходом однозначно. Сейчас поставили на Фараю уклон, и как видите, она лучше стоит. То есть там суперпад с уклонениями явно начала нормально держать. Посмотрим, что на третий будет. Уже получше. Все-таки надо переделывать уклонение на Фрейю, другого варианта нет. Ну, видите, здесь демон сейчас удачно зашел, но он у нас контрится Фениксом, то, о чем я говорил. Ну, сейчас они зайдут на четвертой с другой стороны, и все, и мы, как обычно, они зайдут с той стороны, тут у нас здания уже нет. Просто, это, знаете, это просто издевательство называется. У нас барда ушатали, но в принципе бард не страшно. Я не знаю, или хватит нам сейчас добить их всех времени. Ну, на пятую мы попадем, на пятую, то есть шанс, как видите, на пятую добраться здесь у меня намного выше, нежели был там. Тут не факт, что Зефир сейчас справится со всеми фреями. Это здесь недомогания у нас хватает, по идее мы должны их ушатать, но это не точно. Осталась одна нормальная К4 и обратно же К5. Супер, просто супер захват. Ой, как всегда, ребят. Ну, коммент, короче. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, это просто трэш. Ну, я думаю, мы скоро это сделаем. Всем удачи, всем пока.